Скрывающиеся в лесах и совершившие провокацию в районе Гадрута армянские незаконные вооруженные формирования должны рассматриваться как международные террористы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как передает канал 13, об этом написал в своем телеграм-канале российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Караченко, комментируя вспыхнувшие накануне боевые действия в районе населенных пунктов Кцаберт и Хинтахер Гадрутского района. Как отметил аналитик, международное сообщество, в том числе и Российская Федерация, признают территориальную целостность Азербайджана, а Нагорный Карабах является неотъемлемой частью азербайджанского государства.